Валерий Гаврилин написал о композиторе. Мне хочется сравнить Свиридова с чем-то очень простым и удивительным. Пусть он не океан, куда впадают реки с громкими именами. Пусть он будет лесной ручей, питаемый бессвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий, набредет на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какой он не будет пить ни в каком другом месте. Постепенно на первое место в кругу его интереса стала выдвигаться музыка. Здесь он стал учиться играть на рояле, но вскоре занятия прекратились. Гораздо больше, чем рояль, юного любителя музыки привлекла балалайка. Учась подбирать на слух, он демонстрировал такой талант и способность, что был принят в местный ансамбль народных инструментов. По совету которого позднее Свиридов поступает в Ленинградский музыкальный техникум по классу рояля, где и начинает профессионально заниматься композицией. По воспоминаниям самого Георгия Васильевича, эти годы, годы учебы в Ленинграде, были, пожалуй, самыми трудными, тяжелыми годами в его жизни. Впервые в жизни побывал в оперном театре и на симфоническом концерте. Но главным открытием было то, что можно учиться сочинять музыку, и что в музыкальном техникуме существует даже специальное композиторское отделение. Удивительно простые, близкие традициям русской музыки, вместе с тем самобытные, оригинальные пушкинские романсы Свиридова сразу полюбились и исполнителям, и слушателям. Каждый композитор, делая свои первые творческие шаги, конечно, создает произведение в стиле, в духе какого-то известного композитора. Не был исключением в этом отношении и Свиридов. Но вот что примечательно, что 19-летний юноша-провинциал, совсем недавно еще начавший заниматься профессиональной композицией, сочиняет вокальный цикл, который сразу делает его известным, в котором он сразу проявляет свое яркое композиторское индивидуальное творческое лицо. В годы учебы в консерватории Свиридов много работает и активно ищет свой личный, творческий, индивидуальный путь в музыке. И в эти годы он создает очень много самых разных произведений, самых различных жанров. Это симфония, фортепианный концерт, симфония для струнного оркестра и многие другие инструментальные оркестровые сочинения. Мобилизованный в советские вооруженные силы в 1941 году, несколько дней спустя после окончания консерватории, Свиридов был отправлен в военную академию в Уфе, но был комиссован в конце года по состоянию здоровья. Стелются черные тучи, молнии в небесную. В облаке пыли летучей трупы тревогу поют. В 1944 году Свиридов возвратился в Ленинград, а в 1956-м поселился в Москве. Здесь он пишет симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы.
Многие сочинения Свиридова, созданные им в 30-40-х годах, были написаны им, несомненно, под непосредственным влиянием музыки его учителя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но вообще все молодые советские композиторы того времени находились под влиянием музыки великого симфониста. Это было просто неизбежно. Но, тем не менее, Георгий Васильевич быстро находит свой индивидуальный творческий путь в музыкальном искусстве. Вскоре у Свиридова сложился замысел создания большой вокальной поэмы на стихи Исаакяна для тенора и баса с фортепиано. Это своего рода эпическая песнь наших дней о мудрости и стойкости народа, о величии его духа. Когда глубоко национальная, русская по своему духу и стилю музыка Свиридова зазвучала на Западе, то успех ее там был просто ошеломляющим. Английская пресса после его примера патетической оратории на слова Маяковского писала, что Англия вообще ничего подобного по своему масштабу, по грандиозности, по широте, по своему воздействию на публику не слышала со времен оратории Георга Фридриха Генделя. В последние годы Георгий Васильевич Свиридов много болел. 6 января 1998 года он скончался, и похоронили композитора в Москве на Новодевичьем кладбище. Чем более национален любой композитор, тем он более понятен людям всего мира, самых разных национальностей. И музыка Свиридова, русская по своему духу, она является достоянием всего мира.